друзья, мы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. Да, на каком, друзья, канале? Baby Go. И сегодня мы продолжим снимать семейную ферму Animal Farm Kids. И будут у нас другие животные. Просто вы в комментариях писали о продолжении. Вот, получайте. Поехали. Ну смотри, Динь, мы с тобой коровку в прошлый раз кормили. Да. Курочек загон загоняли. У нас есть свинка, лошадка и собачка. Свинка. Выбирай. Свинку нажимай. Так. У нас есть корыца. В корыце надо собрать, видимо, еду для свиней. Давай, собирай. Да. Тащи. Так, тыковку. Давай ты вам. Я, да? Да. Так, давай, что еще соберем? Хлеб. Да. А что все я-то? Смотри, у нас все толчется, какой-то порошок. Давай, о, горошек клади. Угу. Давай, это что такое? Рис какой-нибудь? О, мы тут намешали. Тазы. Брокколи. Морковка, смотри, день. Давай сюда морковочку добавь. Картофель. И это свекла. И что-то еще у нас. Виноград, что ли? Не поймем, что это такое. Давай добавим. О, у нас три цвета. И свинки идут к корыту. Дэн, надо к корыту положить еду для свинок. Давай, тащи. Тащи тазик в корыто. Все, мне кажется, все свинки теперь наедятся. Сколько там штучек считал? Шесть. Может, пять? Шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Она предлагает дальше. Пойдем дальше. О, грязь. Свинья везде грязь найдет. Давай. Нам надо с тобой, видимо, почистить грязь. Надо засыпать, а то сейчас свинки все перепачкаются. Давай, лужи очищай. Давай, давай, день. Давай, папа. Бери лопатку. Давай, давай, бери. Папа. Я, да? Ну хорошо, давай я. А надо срочно, чтобы свинки были чистые, всю грязь убрать. Ой, какие грязнули-то. Все, один, смотри, мы всю грязь убрали. Слава богу. Какие свинки шустрые, да? Так, а здесь что? Видимо, теперь после того, как свинки в грязи искупались, их надо помыть. Давай. Тазу в большом, да? Большой давай, таз? Давай, ты помой. А это что такое? Большой таз. Давай ты сама помой. Вот это круглое что такое? Давай ты сама помой. Я сейчас помою. А это что такое круглое-то? Таз. Не, в тазу что? На что похоже? Мыло. Мыло и пузыри. Да. Как эти пузыри называются? Мыльные? Да. Мыльные пузыри. Давай, свинок надо в таз накидать. Давай тоже, помогай папе. Ну-ка. Давай, оп. Молодец. О, они выпрыгивают, да? Давай. Вот они сейчас... Надо их всех отмыть. Всех свинок отмываем. Угу. Молодец. Они же сейчас перепачкаются. Ой, надо быстро, как с курицами, да? Которые за оградку выпрыгивают. Ну все, мы всех свинок отмыли. Наверное, со свинками все у нас. Да, смотри, у нас еще есть лошадка и собачка. Кого выбираем? Лошадка. Лошадка. Ну что, друзья, попробуем, посмотрим, что с лошадкой. Денюш, давай лошадке сено наложим. Лошадка да. Голодная, видимо, мы почти всех зверей должны сначала покормить. Давай, ты сама. Давай ты сам клади. Надо много сена, видишь? Ну-ка. Нет, Денис, что поточнее. Давай ты сама. Тренируем моторик с тобой. Давай ты сама, папа. Ди, как бабе. Давай ты сама, ты сама. Ты сам, Денечка. Нет, папа. Ну, папа, ты сам. Не сама, а сам. Видите, мы еще иногда путаем рот мужской или женский. Ну-ка, давай, помоги лошадке. Нет. Голодный. Ты что, его голодной смертью оставишь погибать? Давай, лошадки. Ну, хорошо, ты сам, день. Ну, так неинтересно, давай. Давай, папа. А, папа успел всю лошадку накормить, да? Дос эту лошадку накормили, поехали дальше. О, теперь надо подковать. Денис, у нас есть молоточек, ну-ка надо гвозди забить в подкову. Давай? Давай. Ну, забивай. Ты сам, папа. Ты сам. Ты папа. Ты сам, Денис. Хорошо, давай, папа будет забивать гвозди. Ты наблюдай внимательно. Один гвоздь есть, давай теперь ты. Один я, один ты. Давай, один я, один ты. Давай, наводи гвоздь. Не хочешь. Давай, молоточек на гвоздь наводи. Не хочешь. Так. А что ты обратно-то убрал? Бамс.
Давай следующий. Давай следующий. Да. Бамс, бамс. Сколько уже забили гвоздей? Сколько? Четыре. Нет, всего четыре, а забили сколько? Три? Да. Давай, последний. Какой будет по счету? Четвертый. Четвертый. Подковали. А, ну надо же все ноги подковать, да? Давай. Пять. Пять? Дальше сколько? Шесть. Правильно. Дальше? Семь. И? Восемь. То есть у нас получается у лошадки два копыта подкова, а два нет. Интересно, девочки, пляж. А, нет, все нормально. Не, ну можем продолжить, ну пойдем дальше, да? Так, смотри. Седло одевать надо лошадке. Давай, тащи седло на спину. Хорошо, я сам тащу. И смотри, сбруя. Это не сбруя. А, это плуг запрягать. Мы лошадку сейчас запряжем в плуг, и она будет у нас огород пахать. Вот, смотри, видишь? Тащишь, она огород пашет. Здорово? А сколько нам надо пропахать, стесняясь спросить? Надо в обратную сторону, наверное. Так, и что дальше делать? Ну, мы спахали здесь. Ага. Морковку сажать надо. Угу. Ну, Дэн, сложно, да? Сложно, сложно. С лошадкой сложно. Тяжело учиться у лошадки-то, она, видишь, огород пашет. Ой, и свеклу сажать надо с ней, да? Давай. Вот. Смотри, сколько у нас уже грядок скопано? Три. Три. Наверное, сейчас будет четвертая еще. А или не, ну, или хватит? Хватит. Спахали мы с тобой огород. Лошадка с плугом. Поехали дальше. Ну что, у нас осталась кто, собачка? Да. Нажимай. Где у нас собачка? Ну-ка, нажимай. Ну-ка. Так, собачка от кроликов защищает морковку. Ну, давай отгонять. Надо гавкать. Видишь, на кроликов. Ой, сейчас то съест морковку. Давай, бегом. Вот сейчас каждому подбегающему кролику надо будет собачке подбегать. Давай. Вон кролик бежит, нажимай на него. Сейчас по гавкаем отгоним. Давай этого. Этого кролика отгоняем. Вон следующий бежит. Давай, давай, давай. Какого отгонять будем? Он, смотри, какой, хочет на нашу морковку покуситься, а мы не дадим. Нашу морковку, правильно, Дэн? Все, отбились от стаи кроликов. Пойдем дальше. Наверное, собачка хочет поиграть. Давай раскидаем ей любимые игрушки. Что у нее тут есть? Рваный ботинок, палочка, мячик, колечко. Ну да, она хочет поиграть. Это все, ей только колечко будешь бросать? Давай мяч ей брось. Давай мяч брось. Теперь ботинок ей брось. А потом веревочку бросай. Бросай веревочку. Вот. Давай тарелочку брось. Да. Угу. Молодец. И палочку еще. Ну все, мы, по-моему, и все, что можно побросали, она нам все вернула. Молодец, собачка, да? Видишь, продолжает, да? Давай, стрелочку нажимай, продолжим. Что там еще у нас собачка есть для игры? Так. Собачка что-то делает. Ямки роет. Наверное, она косточки туда прячет. Ой, она действительно, и папа-то угадал день. Видишь, там у нее, видимо, клад закопан. Надо проверять, где косточки есть. Сколько мы уже косточек с тобой собрали? Три. Две. А вот теперь три. Считай. Четыре? Да. А дальше? Будет пятая косточка? Повезет нам? Давай найдем. Найдем, найдем обязательно. Вот что-то нам два раза не повезло. А вот она пятая. Все. Та-да-да-да-та-дам! Дэн. Все? Нет. Мы, наверное, прошли игру. А я был. Друзья, ну, Family Farm Kids, видимо, прошли. Мы прошли все операции с собачкой, с коровкой, с курочкой, со свинкой и с лошадкой. Дэнь, ты много чего для себя усвоил? Кто у нас землю пашет плугом? Лошадка. Лошадка, правильно.
А свинки, они что делают? В лужу купаются, пачкаются, да? А коровка молочко дает? Ага. А курочки что несут? Что мы собирали с тобой в корзинке, помнишь? Да. Как курочки ряби, что там было? Что там было? Ты по утрам кушаешь. Что курочки несут? Яички? Яички. Яички. В общем, а собака от огорода храняет кого? От зайцев. От зайчиков, правильно. Вот столько всего мы выяснили. Хорошая развивающая игра. Впереди у нас еще будут игры на планшете и телефоне. Ну а вы, конечно, ставьте нам пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои полезные, интересные комментарии. А также не забывайте нажимать на колокольчик, быть в курсе наших последних роликов. Покажи колокольчик. А вон где-то вот здесь. Ну а мы с вами надолго прощаемся. До скорых встреч. Пока.